Добрый день, дорогие телезрители! Мы рады вас приветствовать. И сегодня, как вы видите, мы ведем наш эфир не из привычной хайвской студии. Сегодня мы в столице нашего государства, в городе Иерусалим. И мы в гостях у замечательного человека Михаил Цин, директор школы ШМА. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Михаил. Будем рваться сразу с такого вопроса. А можно ли доверять переводам Торы? Давайте я буду провоцировать вас. А можно ли доверять Торе? Вообще в целом? Вообще в целом. А переводы являются попыткой человека изобразить то, что он понял из оригинальных текстов. Целью общения и выяснения является не поиск истины, фундаментальных истин, которые мы там знаем, он есть Бог, он творец, который пальцем на одной руке, а умение полюбить друг друга в отсутствии консенсуса по тому или иному предмету. Я предпочитаю вместо слова «ответы» использовать слово «мнение».